Сегодня хотим вам показать корм Tropical 3LGE, в состав которого входит три вида водорослей. Это хлорелла, ламинария и эскофилу. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Сейчас мы его замочим, посмотрим, насколько данный корм разбухает или не разбухает в воде. Так, вот прошла чуть больше минуты. Смотрим, корм уже практически размяк. Смотрим, сколько он относительно того увеличился. Визуально корм незначительно, но подразбух. Сейчас попробуем дать корм рыбам. В принципе, для первого раза корм рыбки кушает достаточно активно. Все, на этом краткий обзор корма Tropical LGE в виде гранул заканчивается.